Несмотря на то, что в марте проходит немало лыжных соревнований и конкуренция между площадками велика, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на старт вышло около 600 спортсменов. Среди поклонников классического стиля и новички, и именитые лыжники. Здесь есть мастера спорта международного класса и воспитанники мои, которые здесь мастера спорта. И есть и призеры Олимпийских игр. Все здесь есть, которые пригласили и приехали по это вид спорта поднять в области. В 2008 году, когда родилась идея проведения масс-старта на призы заслуженного тренера России Леонида Воропаева, выбор остановили на классическом, а не на свободном стиле. К сожалению, число лыжников, хорошо владеющих классикой, год от года уменьшается. Леонид Илларионович принял решение поддержать именно эту исконно русскую технику. На юбилейном 10-м масс-старте и организаторам, и участникам повезло с погодой. Погода шикарная, как будто мы находимся не в Одинцово, а в Альпах. На чемпионате мира в Зейфельде такая же прекрасная погода, только гор не хватает. Трасса отличная, подморозила, скорость на лыжне высокая. Никаких проблем для преодоления дистанции не составляет спортсменам. Число предварительных заявок было так велико, что уже за несколько дней до стартов лимит номеров оказался исчерпан. Если бы не это ограничение, то количество участников легко могло перевалить за 1000.